Всем привет, я Артур Решетов, и это топ-шоу Ньюс, все самое интересное в мире шоу-бизнеса. Ольге Бузовой сдали нервы из-за скандала с резидентом Comedy Club. Телеведущая прокомментировала ажиотаж вокруг громкой истории. По словам Ольги Бузовой, она не боится одна противостоять мужчинам. Ей неприятно, что многие ее родственники также стали свидетелями этой жуткой ситуации, возникшей с юмористом Андреем Скороходом. А поклонники поддерживают звезду. В минувшие выходные разразился скандал между Ольгой Бузовой и ее коллегой с канала ТНТ Андреем Скороходом. Мужчина, известный как рэпер Глеботи, лайкнул несколько нелицеприятных комментариев в адрес артистки, а затем выложил коллаж, где сравнил ее с героем одного из фантастических фильмов. Накануне Скороход предложил Ольге баттл, на котором они смогут продемонстрировать каждый свои таланты. Хочу обратиться к Ольге Бузовой. Я считаю, что у нас с тобой нет конфликта, но если ты так считаешь, мы можем выяснить, кто прав, кто виноват, так как это делают в России в 21 веке. Я вызываю тебя на рэп-баттл, Ольга Бузова. Ну а что, петь там не надо, так что ты можешь не волноваться. Выступать для пьяных мы с тобой оба умеем. Так что я жду от тебя ответа. Ольга Бузова, выходи на рэп-баттл против Глеботи. Устав от этой агрессивной истории, Бузова оставила длинный пост в Инстаграме. По ее словам, она устала от хамства, с которым встречается чуть ли не каждый день. «Моя чаша терпения заполнилась. Да, я признаю тот факт, что медийность всегда подразумевает как поклонников, так и антифанатов. И я никогда не жалуюсь ни на кого. Стараюсь понять, простить и объяснить себе причины ненависти людей ко мне. Но вот буквально на днях, когда разгорелся достаточно неприятный и громкий конфликт, некоторые мужчины позволили себе чересчур неприятные вещи. Я не хочу больше этого терпеть. Правда. Пользуясь тем, что у меня нет защитника, пользуясь волной негатива, начали появляться одно за другим оскорбительные видео. Это разве по-мужски? Это по-человечески? А если бы такие слова сказали в адрес вашей дочери или жены, мамы? Да, я пока одна, но я могу за себя постоять и буду». Бузова отметила, что она не единственная, кто из девушек страдает от хамского поведения мужчин в современном мире. Звезда считает, что никто не имеет права безнаказанно оскорблять представительниц слабого пола. «Я не боюсь вас, захлебнувшейся ненавистью мужчины. И только потому, что я девушка. Я не могу вам объяснить, как мужчины объясняли друг другу во все времена, что так делать нельзя. Я настолько устала, что молчать и оправдывать ваши действия больше не буду». Что-то мне подсказывает, что Бузова пойдет до конца и будет судиться со Скороходом. Поклонники поддерживают певицу и считают, что она правильно поступает. А как думаешь ты? Пиши свое мнение в комментариях под этим видео. А у меня на этом все. Ставь лайк и не забудь подписаться на мой канал. А также подписывайся на официальную страничку в социальной сети Instagram Top Show News. И будь в курсе всего самого интересного в мире шоу-бизнеса. Пока!